нет сопротивления одной позиции, другой. Когда идет приза на руку, когда делают голову атмосферу, разделки между старым полотном, которое есть в сопротивлении, новое, не производится, обработка слов нет, соответственно, нет, укладывается асфальт, но не глубина фрезерования. 2,5 сантиметра больше. Он уложит асфальт здесь. Ничего, ничего не будет. Абсолютно. А если правильно сделать, качественно здесь, то здесь надо было фрезой обрезать полностью. Сделать сопряжение поверхности и сделать как положено. Там, где сегодня от глубокой точки опоры, вот тонкие, расстояние маленькое, здесь асфальт тонкий, выкрашивается, образуется, опять не работает. Куда будет затекать вода, опять вываливается это. Так я называю это некачественные пломбы, поставленные на дорожном полотне. Вот таким вот некачественным асфальтом, который сегодня укладывается.